Слушай, может, хватит придуриваться, а? Всем бы легче стало, особенно твоей гувернантке. Ты что-то в этом понимаешь, что ли? Китаец врал, а ты молчал. И я, конгура. Клоун. Знаешь, что мне один умничек сказал? Что тихое молчание, чем не ответ. И еще. На многие вопросы следует отвечать только молчанием. Так кто тебе сказал-то? Кто сказал? Федорович. Он понимает, о чем говорит. Он мужик умный. На войне был. Так что я у него многому чему научился. Врать тоже у него научился? Кать. Все, замолчи. Ну, куда мы идем? Отец сказал посчитать до скалы, а мы уже забрались. Кать! Что? Иди сюда. Да не пойду я с тобой никуда. А я тебе говорю, иди сюда. Паш! Паша! Давай уйдем отсюда. Мне страшно. Так а чего бояться? Бояться никого и ничего. Конфуций под присмотром нашего коклюша. Дурак, я идиот. Фальшивый аутист. Ладно, не злись. Я хотел, чтобы ты развеселилась. У тебя получилось. А помнишь, китаец сказал, что его увез сын хозяев? Ага, а чего он с ним не улетел? Не, Андрюха прав. Китаец врет. Если он врет, то где телефон тогда? Я пока не знаю. Зато я знаю. Телефона нет и не было. Нет, он был и есть. Просто он где-то здесь, в пещере.
Может, он прячет телефон где-то еще? Почему именно в пещере? Потому что здесь телефон защищен от солнца и от ливня. Пещера – самое идеальное место. Тем более, о ней никто не знает. Послушай, ну сколько можно? Здесь нет никакого телефона. Пошли. Твою беду, Конфуций. Мне очень чуткий сон. Ну, карта. И что? Смотри, он как будто зачеркнуто. Значит, он не нашел сокровищ. Потому что их нет. А помнишь, гадалка говорила, что они есть? Только все идут по ложному пути. Так это гадалка говорила. Мало ли что. Не, есть какой-то другой путь. А вот какой? 2051. 2052. 2000. Господи. А вот интересно, этот остров кому-нибудь принадлежит? Почему ты спрашиваешь? Потому что если бы он был мой, я бы непременно построила дом прямо здесь. Здесь ужасно красиво. А ты помнишь, сколько шагов? Сюда. Не, ну перестань, я не умею плавать. Ну не бойся. Нет, я боюсь. Не бойся. Я не умею плавать. Иди ко мне. Контрольный. Ну, теперь ты понял, с кем имеешь дело? Во. А тут и Конфуций, чтобы понимать очевидное. Статья 313, часть 1. Побег из-под стражи. До 3 лет. Ну, вот у нас бухта нарисовалась, а? Надо ей название дать. Ну... Например, бухта ветров. Ну, бухта на то и бухта, что ветров-то не бывает.
Ну тогда Тихая бухта. Ну, как-то обычно. Тихий океан, тихий дом, тихая бухта. Не, я предлагаю Лидия. Бухта Лидия. Почему? А что это мы делаем? Ну, вроде целуемся. Это воздух такой, я здесь ни при чем. Значит, ты думаешь, что в этом дело, да? Да, конечно, а в чем же еще? А вот я думаю, что... А ты думаешь, что на этом острове делать нечего. Поэтому у нас все с тобой случилось. Ой, я этого не говорил. Ты это подумал. Откуда ты знаешь, что я думаю? Я вижу, это по лицу твоему вредному. Да на этом острове вообще вроде нет ничего. Нет, нет, ничего нет. Телефонов нет, телевизора нет. Спа моего родного нет. Спа нет твоего. Машина моя любимая нет. Ужасно. Кондиционера нет. Но есть главное. Что? Ты. А я без тебя тоже не смогла бы прожить. А я без тебя. А я без тебя. Я без тебя. А я без тебя. Я без тебя. А я без тебя. Я без тебя. Я без тебя. Я без тебя. Что? Нет. О, боже мой. Ну что случилось? Про шаги забыли. Господи. Ну и что? 531, 532, 533. Лиз, 500, куда? 534, 535, 537, 538, 539, 530. Я забыла, сколько шагов. Надо будет вернуться, посчитать. Кать, ерунду не занимайся. Слушай, пап спросит, а я не знаю. Ну скажи 371, какая разница-то? Если я совру, карта будет неправильной. А зачем тебе карта? Мы и так знаем, где пещера. Давай не будем пока ничего им говорить. Вот врать я больше не буду. А что врать-то? Там все равно ничего нет. Мы только спугнем китайца. А у меня есть план. Послушай, китайцу должна помочь бежать ты. Почему я? Потому что если это сделал я, он что-то заподозрит. А ты маленькая милая девочка пожалела дядю. Он по-любому ломанется в пещеру. Телефон там, я уверен. Нам просто останется за ним проследить. Все очень просто. Эй! Я очень глупо. Привет, это я. До меня дошли слухи, что ты поймал капитана пропавшего судна. Не я, Чуньё. Капитан очень близкий мне человек. Попроси этого Чуньё закрыть дело. Я в долгу не останусь, ты же знаешь. Не переживай. Да.
Хорошо иметь друзей. Они помогут, всегда выручат, поддержат. И если у тебя есть деньги. Маша. Маша. Надо поговорить. Что происходит? Мы столько лет прожили вместе. 25. Разве мы плохо жили? Скучно мы жили, Петя. Скучно. Вот те раз. Каждый день одно и то же. На обед приготовь, посуду вымой, лужу обстирай, птице корм задай. Надоело все. Я не виноват, такова жизнь. А я так жить больше не хочу. Я теперь другая. И прежней Клуши уже не буду никогда. Знаешь, если мы выберемся с этого острова, твой политик тебя бросит. Поверь мне, бросит. Может, и бросит. А может, и я его брошу. Не знаю, что будет дальше. Ну что ж, хорошего. Интересно. Скажи, ты что, со мной плохо? Хорошо. Просто Петю жалко. Можешь идти к нему. Ну, куда ж я теперь пойду? Теперь уже все. Я твоя. Ты как оболью тебя кокосом. Здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Здрасте. Добрый день. Вон, видишь, фермер мается. Вот так человек испивается. Из-за таких вот жен. Да нет, он не запьется. Еще и не такие спивались. Здесь просто выпить нечего. Слушайте, ну при чем здесь выпивка? Вы поставьте себя на его место. Я и поставил. И что, как он должен себя вести? Если его жена переселилась к другому мужчине у него на глазах. Она думает, что это и есть свобода. Ага.
Я бы сказал, что это такое и как это называется. Знаете что, они взрослые люди. Разберутся как-нибудь без вас. Хватит уже обсуждать их. Разберутся. Разберутся, когда дело до смертоубийства дойдет. Да ну, краски не сгущайте, Альберт Николаевич. А что, я и говорю. Фермер 100 раз по дереву топором тюкнет, а 101-й по башке Савелия. Вот тогда и разберемся. Надо отнять у него топор. Да дело не в этом. Надо построить дальнюю хижину и переселить туда этого депутата. Так сказать, от народа подальше. И фермерша пусть к нему уйдет. Я предлагаю им объявить бойкот. Ой, ну послушайте, ну взрослые люди, а? Ну что, вы переубивать друг друга хотите, что ли? Ну, давайте договоримся. Никаких бойкотов, никаких разборок. А что ты предлагаешь? Молчать, нет. Тряпочка. Я предлагаю мирное существование. Петь! А тебе топор сейчас очень нужен? Кран течет. Пойду завтра, куплю разводной, починю. Это ж сколько воды вытекает. Да ладно тебе, Петь. Завтра в ЖИК позвоню, сантехника вызову, придет, починит. Пошли спать. Пойдем. Мам, пап! А где фотоаппарат? Так, давай мне путевки, а ты фотографируй, хорошо? Все, ребенка, давай. Дорогие Петр Петрович, Мария Ивановна. Мамулечка, папулечка, мы с Аллой решили сделать для вас подарок. Вот. А что это? Это путевки в круиз по Тихому океану. Да вы что? Вася, забери обратно. Мам. Не надо, не надо. Заберите обратно. Мам. Никаких путевок. Без разговора. Что придумали? Да не женщины такие, Петь, ну скажи ты им. Теперь все вместе не фотографируйте. Да вы что? Нельзя отказываться. Да как нельзя отказываться? Ну, Вася, ну какие деньжищи, а? Мам, папа, приготовились. Петь, ну скажи ты. Давайте улыбочку. Чиз. Давайте еще раз. Не, Вась, ну... Петь, я знаешь, что подумала? Это же здорово. Море, пальмы, белый песок. Мы же с тобой никогда такого не видели. Там же, наверное, очень жарко. Ну, жарко-то не холодно. Чего там раскладушки маешь, иди сюда. Маш, неудобно. Дети услышат. Да дети спят уже давно. Хотел убежать.
Ты должен был за ним просто следить. Это ты договорился? А меня он хотел убить. Не занимай мое пространство. Ты охренел? Я говорю, не занимай мое пространство. Ты кто? О, смотри, с тобой спасатели пришли. Вот тебе и мирное существование. Погоди, не лезь. Что случилось? У него спросите, что случилось. Вы в порядке? Кет, арай, кын, капкун. Пом дух мать идти не. Пом я пойду в ванную. Но он... Сад пом лунг бей нон ю ка пын. Он говорит, что его привязали вот сюда. А он хотел... Он просто хотел в туалет. А его взяли и зачем-то избили. Да он сбежать хотел. Ты своей злостью перекрыл всем нам будущее. Оно было в руках у китайца. А теперь он ненавидит нас. Что, опять бредит? Разрабатываем третий глаз. О! Я смотрю, наконец-то делом занялся. Ну что, китайоза, раскололся? Дело времени, Савель Тимофеевич. А вы были правы, нельзя его отпускать. А то он нам всем горло перережет. Переведите ему. Он свободен. Я ему верю. Больше такого не повторится. Как вы не понимаете, что китаец – наше единственное спасение? Но чтобы он не перерезал нам глотки, я предлагаю следующее. Днем за ним сажу я, а ночью ты. Чтобы он не перерезал нам глотки, он должен быть связан. Не подходи так близко. Он говорит, что он не подведет. Китайцы не такие. Сказали, сделали. За базар отвечают. Да, бизнесмен. Ты что в лоб, что по лбу. Я смотрю, тебе нравится в тюрьме? Нет. Тогда почему ты уперся? Скажи правду и пойдешь домой. Я вам все рассказал, господин офицер. Мне больше нечего добавить. Ну, тогда добавлю я. Вы нарушаете мои права. Да, и очень скорблю по этому поводу. Но ничего не могу с собой поделать. Ничего. Не надо. Умоляю. Я все скажу. Правду. Этот капитан каждый раз рассказывает мне новую сказку. Я уже запутался. Если он расскажет правду, то потеряет заработанные деньги. Или здоровье. Здоровье? Может быть, попробуешь не распускать руки? Попробую. Чуньё, к начальству. Время вышло. Дело пора прекращать, Чуньё. Отпускай капитана. Я уверен, капитан водит нас за нос, господин начальник. Это было заказное убийство. Цепочка тянется в Москву. Я прошу дать мне возможность довести расследование до конца. Не могу. Тогда хотя бы установить за ним слежку. Нет. У меня еще десяток нераскрытых дел. А народу ноль. Закрывай дело и отпускай капитана. Свободен.
нет! Ты что творишь? Ты что творишь? Че ты молчишь? Паша! Что такое? Ты что хотел сделать? Зачем тебе ласкануться? Ну-ка руки убери! Что происходит? А пусть она объяснит, зачем она хотела отпустить его. Кать, что случилось? Я не сделала ничего плохого. Правильно. Потому что не успела. Зачем тебе плоскогубцы? Катя, что такое? А? Объясни мне. Что происходит? Катя, слезы — это не ответ. Да не спрашивай меня ни о чем! Она просто пожалеть его хотела. Правда, Катя? Ча... так он там ай. Так вы его запугали. Вы его запугали, он боится вас. Он думал, что это провокация. И что если вы придете, увидите, что его развязали, вы его опять и забьете. Правильно. Молодец Конфуций. Усвоил урок. Молодчина. Вы мясник. Что ты сказала? Мясник! А ну, рот свой, закрой! Почему вы так со мной разговариваете? Зачем вы его привязали? Ему некуда идти! А ну, пошла! Да ему есть куда идти! Есть ему куда идти! Паша, Паша! Паша! Паша, не трогайте его! Отпустите меня! Он его прет! Паша, что с тобой? Пустите меня! Не смейте! Не трогайте его! Пустите! Паша! Что ты делаешь? Ты все испортишь! Понимаешь, что все испортил? Катя! Катя! Оставь ее. Пусть успокоится. Нет, я не могу больше. Я не могу на это смотреть. Тихо, 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 Вероника, тихо. Грызутся каждый день. Надоели уже. Пошли. Мирное существование. То в лес, то по дрова. Один развязывает, другой завязывает. Третий орет. Батя, а маленьким-то был. Долго меня так не называл, помнишь? Специально тебя дядя Альбертом называл. В гостях, чтобы тебе стыдно было. А я тебя воспитывал. Звезды-то от солдатской бляхи неделями с задницы не сходили. Я ведь для тебя с матерью все до последнего. Вот даже вот на этой кухне все собственными руками. Мать-то твоя не хочет меня хоронить. В морге, говорит, оставлю, чтоб общую могилу положили. Как, по-твоему, это нормально, а? Паша, мам, а что ты весь такой на нервах-то, а? Ну, мать не похоронит, я похороню. Какие проблемы? Не переживай. А я вот решил после смерти тело свое в медицинский институт отдать. На благо науки, так сказать. Молодец. Слушай, бать, у нас там такая история на работе. Один чудак в отпуск собрался. Ну? Он купил путевку, а его не отпустили. Ну? И продает незадорого. А мне вот уже в паспорте штамп поставили. Захоронению не подлежит. Меня вот купил. Че это? Путевка. Круиз по Индийскому океану. Съезди, нервишки подлечишь. Куда? Индийский океан. На пароходе пойдешь. Мне? Ну а кому, мне, что ли? Ну, спасибо. Знаешь. Ах ты, голубчик. На.
ух ты, кто-то попался. Так, ты кто? Беги, красавчик. Дело закрыто. Все умерли. Капитан спасся. Что за глупость? Как такое могло случиться? Очень просто. Приказ – отпустить. У нас в академии был замначальника, майор. Заподозрили его как-то в получении взяток. Так мы ему засунули жучок прямо в табельный пистолет. Вот и все. Дело было громкое. Вот и я подозреваю, что здесь не все чисто. Давай так. Ты займешься капитаном, а я отработаю этого, нашего большого босса. А давай наш дом поставим над тем обрывом. Будет хорошо. Бассейн уже есть. А спорим прямо в бассейн. А потом будем. Что? Да. А потом? Ну давай, 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 греби, 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 греби. Знаешь, что я тебе скажу? Не надо ничего говорить. То, что ты видишь, это все ерунда. Ерунда. Да впору повеситься. А ну, повернись ко мне. Но не смотри на них вовсе. Что от этого изменится? В будущем, когда вы снова окажетесь вместе, эти картины не будут стоять у тебя перед глазами. Вы думаете, мы будем вместе? Даже не сомневайся. Вы сейчас вместе, а этого всего нет. Как же нет, когда они там... Что мне делать? Не обращай на них внимания. Чем сильнее ты реагируешь, тем дальше все заходит. Я не хочу ее потерять. Я же тебе сказала, ты ее не потеряешь. А может, набить политику морду? Нам тут еще одной драки не хватало. Ну, пойдем, пойдем. Ты пойми, если победит он, ты окажешься слабаком, и она останется с ним. А если победишь ты, она тем более с ним останется. И жалость.